Какая Георгиевич? Николай Георгиевич. Писать. Николай Георгиевич. Видите? Подайте. Здесь, здесь. А что значит верующий идеолог? Идеолог. Объясните. Идеолог. А геолог. А, кто такой верующий идеолог? Есть идеолог? Идеолог. Вот мы приехали в храм Дмитрия Ростовского посетить братьев, провести по Барнаулу, показать им все, как у нас тут храмы построены, какие. Это Дмитрия Ростовского, такая вот территория. Сегодня у нас 7 июня 2024 год. Это у нас площадь Спартака рядом. Тут основные автобусы разворачиваются. Вот. Стоят, ждут своего часа и уезжают потом. Вот так вот. Столовые различные есть. Вот так вот. Что принести? А, здесь? Красный, да. Сколько вам их надо? Каких красных? Вы здесь. Вы вот эти бабушки сейчас разводите и расскажите. Вы скажите, что курение – это грех, страшный грех. Это самоубийство. Вы расскажите. Вы свои. А дальше я сейчас буду убеждать. Вы не будете убеждать. Я буду по слову. Я прошу. Не буду убеждать. Вообще. Знаете, что? А, вон надпись-то, вон надпись-то. Вон. Это... А сколько раз Господь подходит человеку приходит? Вы просто исповедуете, дорогой брат. Вы просто исповедуете. А каяться, значит, ненавидеть этот грех и не делать того, что я делаю. Ненавидеть. Нет, без всякого, давайте. Вот Господь мне не прекратил, а... Кепку сними. Аминь. Ну все.